Танець – це мова тіла. Щоб поволодіти нею, потрібно докласти великих зусиль та бажання. Нашому герою це вдалося. Это был 2000 год, я пришел в танцевальный клуб Slice. Там было показательное выступление бибоев первого поколения брейк-данса Николаева. И после этого момента я вступил на тренировки танцевально-спортивного клуба Slice. Сергей Тулчинский был моим первым тренером, тот человек, который меня научил многому, научил организационным многим моментам, научил непосредственно базам. И в данный момент он до сих пор рядом с нами, помогает нам в организации и в наших поездках, в наших соревнованиях, в мотивации нас и так далее. Я очень был таким энтузиастом, я любил спорт, я хотел чем-то заниматься всегда. Вот, у меня было всегда внутри желание что-то делать, не сиделось на месте. На тот момент тогда в клубе было порядка 10 человек занималось, поэтому зал был полупустой, но тем не менее все занятие я старался отдать полностью все время на то, чтобы потратить свои силы, на то, чтобы протанцевать, отработать все движения, которые показывают. В принципе, успехи были не сразу же. У меня были ребята, которые были изначально сильнее меня и обгоняли меня. Но, наверное, мое какое-то желание становиться лучше, желание тренироваться, в итоге меня поставило в строку лидеров. Мы создали у нас в городе, ну, непосредственно, я не буду говорить за другие города, я скажу непосредственно за нас, своего лица, мы создали прецедент в развитии брейкинг-культуры и танцевальной культуры в городе. Поскольку раньше брейк-данс не ценился, я еще застал то время, я как раз его очень хорошо застал, когда никто не понимал, что такое действительно профессиональный брейк-данс. Никто этого не ценил и никто не хотел этого видеть. Мы вывели брейк-данс в Николаеве на большую сцену. Коллективом Slice, своими шоу, своими постановками мы вывели это на уровень того, что люди начали говорить: о, это классно, это интересно. До этого, когда мы начинали, нас не хотели слышать, нас не хотели видеть. И чтобы пробиться на это, мы реально бетонную стену просто проламывали своими руками. Мы это сделали, и на данный момент есть большая поддержка. Я очень благодарен всем абсолютно, и огромное спасибо тем людям, которые помогают нам в организации мероприятий, чемпионатов и различных поездок. То есть есть такие люди, спасибо, что они есть, надеемся, что их будет больше со временем, но мы всегда благодарны тому, что есть, это круто. Это был долгий путь на самом деле, потому что раньше было мало информации для того, чтобы расти как следует, да, то есть мы питались информацией где могли, только с каких-то кассет, с каких-то вырезок, клипов и так далее. Поэтому путь до тренерства был на протяжении, наверное, 7-8 лет. Я 7-8 лет тренировался, ездил, пытался сам научиться как следует, чтобы после этого только начать тренировать и приступить конкретно к преподавательской деятельности. Все абсолютно разные дети, у каждого свои есть какие-то таланты, у кого-то есть свои плюсы,
кого-то свои минусы. Кто-то быстро запоминает, но делает в итоге хуже. Кто-то дольше запоминает, но когда он все выучит, он делает очень хорошо. То есть у всех разные есть свои какие-то приоритеты или какие-то свои недочеты. Но в целом изначально, конечно, дать базу сложно. Уже потом, когда они начинают понимать то, чем они занимаются, понимают, что они делают и для чего они это делают, тогда уже, в принципе, становится проще, потому что они уже идут по своему пути. Их нужно направить на путь, а для этого им нужно построить некую начальную дорожку. Вот для этого нужно, конечно, тратить много труда. Очень хороший тренер. Он всегда поможет, если у тебя что-то не получается, он очень доходчиво объяснит все. У него есть способность объединять людей и как бы способность заставлять что-то делать, даже просто сказав некоторые слова, и все. Очень много в определенный момент в своей жизни, когда они были совсем юные, они для меня просто были всем. Я вкладывал полностью все свое время, всю свою какую-то душевную энергию в них. Я ездил с ними постоянно, каждый месяц мы посещали какой-то город, мы выезжали в другие страны. Вот, мы участвовали на всевозможных конкурсах, чемпионатах, также там «Танцуют все», «Украина, мой талант» тоже, мы были на этих конкурсах. На данный момент это ребята, которые уже подросли, то есть это следующее поколение, которое на данный момент мне помогает. Это мои братья, это моя семья, как бы маленькая такая, которая, ну, со мной уже долгое время вместе, поэтому они для меня очень многое значат. Очень хороший тренер, мне кажется, потому что он всегда может еще раз показать, доступно объяснить, и всегда он может тебе помочь и взглянуть с адекватной точки зрения. Но это даже не друзья, это, наверное, моя вторая семья. Я с ними уже так много прошел, что все-таки даже как мои братья и даже и сестры. У нас много достижений, мы много ездим, мы много выигрывали чемпионатов. Я даже не буду перечислять. Есть основные, это победы на всеукраинских чемпионатах. Это, естественно, победы здесь, на областных, на региональных чемпионатах. Вот. Много выездов за границу было, выезжали, участвовали. Вот. Но во многих шоу принимали участие. То есть, в принципе, за 16 лет опыта много всего произошло, поэтому... Но моя большая гордость – это победы моих учеников на всеукраинских чемпионатах, на самых престижных чемпионатах нашей страны. Очень хороший наставник, он всегда поддерживает, может дать пинкап, если надо, если слишком расслабимся. Тут нет никаких ограничений, я могу двигаться как захочу, там, я если захочу ногу влево поставить, я ее поставлю тут, то есть нет никаких рамок, я могу танцевать как душе угодно. Это сложно объяснить словами на самом деле, но по-разному. Это меня бывает отвлекает от проблем. Иногда это дает мне большой заряд энергии. Зависит от того, в какой атмосфере я танцую. То есть, если это соревнование, это дает мне адреналин. Если это соревнование с командой, это дает мне нереальную энергию, которую я использую для выхода. То есть, я не устаю практически вообще вот в таких моментах. Вот. Когда это тренировка, это отвлекает меня от каких-то негативных мыслей. Но по большей части это, конечно, какие-то положительные эмоции, которые идут на пользу лично моего внутреннего мира. Это тот стиль, который не ограничивает тебя ни в чем,
дает тебе полную свободу действий и дает очень хорошее физическое развитие. Это тот стиль, который открывает характер человека, открывает характер ребенка. Он его воспитывает и он делает его сильнее, поскольку здесь не нужно делать то, что тебе только говорят. Здесь, получив базу определенную, да, изучая определенную базу, когда ты ее научился, дальше твоя задача наоборот, открыть себя, показать свой стиль, свой характер, то, как ты можешь подать эти движения. Это очень важно, я считаю, потому что это тот стиль, который не загоняет тебя в рамки определенные. Весь мир вокруг нас, он загоняет нас в определенные рамки. Это как раз тот стиль, который дает свободу, он дает понять, кто ты есть на самом деле, как ты можешь себя в этой жизни проявить и какой твой характер. Конечно, есть такие моменты, были моменты вообще в жизни, которые мне говорили, типа, все, хорош, хватит, типа, ну, разочарования какие-то, которые приводили к каким-то вот именно моментам, которые заставляли просто говорить, что все, тебе уже хватит, уже займись чем-то другим, но, тем не менее, не знаю, наверное, любовь к этому делу, большая любовь, как бы желание что-то создать от себя, оставить какой-то, может, след, не знаю, в истории, пусть, может, это громко звучит, но все-таки, может, есть какое-то небольшое желание именно для этого. Тем не менее, я не останавливался. У меня был период жизни в моем юношестве, когда я бросил на год заниматься, после чего я понял, что это была ошибка на самом деле, потому что лучше чем-то заниматься, чем не заниматься ничем вообще. И я продолжил свой путь. На данный момент это конкретно профессиональные определенные задачи. Мы ставим себе уже высокие цели для достижения, пытаемся до них дотянуться. Вот. Поэтому как бы, на данный момент уже суть не стоит в моем конкретно, да, занятии, стоит идея воспитать юное поколение. Уже вот второе поколение воспиталось, сейчас мы занимаемся воспитанием третьего поколения, уже детей, которым на данный момент 10-11 лет. То есть я вместе со своими уже учениками, мы занимаемся воспитанием следующего поколения. Очень хотим, то есть как раз недавно общались насчет этого со своими ребятами. В первую очередь это открытие еще одной школы, то есть это переход к преподавательскому опыту моих непосредственно уже взрослых учеников, которым на данный момент 18 лет. То есть вот в этом году мы будем учить их преподавать, передавать знания, уже не получать, а передавать. То есть в этом году у нас задача научить их за год, дать им хороший преподавательский опыт, а также вывести на новый уровень наше третье поколение, юноши, вот совсем юное поколение, которым сейчас вот совсем немного лет, они еще такого школьного возраста, там 5, 7, 8 класс, то есть вывести их на уровень, на топовый уровень всеукраинских чемпионатов. В первую очередь не бояться, страхи нужно бороть, это наши какие-то негативные комплексы, их нужно избавляться, мы должны оставлять себе только положительные качества. Во-первых, очень много таких детей, непосредственно я себя помню в детстве, я тоже был одним из них, и в принципе каждый победитель и каждый чемпион проходит свой путь путем ошибок, путем поражений и путем каких-то проигрышей. Если мы не будем уметь проигрывать, мы никогда не научимся побеждать. Поэтому очень важно в первую очередь верить в себя и, несмотря ни на что, продолжать свое дело. Тогда 100% вас ждет успех. Отож, не соромтесь мріяти та втілювати свої мрії в життя, адже талант є в кожному з нас.